эти шорохи, это ветвей плетенье, изумрудные листья и полутени, охра сосен сквозь массу игл зеленых, курганы муравьев перенаселенные. Эти запахи земляничные и грибные в часы дневные. Тишина, тишина, молитвенная тишина. Сквозь просеку церковь Христова видна, и голос кукушки таинственный, как всегда. Хотите покоя? Приходите сюда. То лучший месяц наш, без спору, наверняка погреться даст. Идет июнь, об эту пору цветет жасмин в саду у нас. Огромный куст, простой, зеленый, смотри, преобразился вдруг, и весь цветами убеленный распространяет райский дух. Не видно листьев под цветами, и пчел на них гудит не счесть. Душа блаженствует, как в храме, ведь Бог присутствует и здесь. Хвост кнута по траве волочится, а над ним одуванчиков пух. И поет в этом поле не птица, а на дудке играет пастух. Вся в заплатах на нем телогрейка и с ума потерявшая цвет. Ну а дудка зовется жалейкой на суровые будни в ответ. И хотя эти будни суровы, но такая кругом благодать, что под звуки жалейки коровы, замерев, забывают жевать. Замирают и в роще березы, только вот ручеек под горой проливает счастливые слезы, подпевая жалейки порой. Ничего нет в суме, кроме хлеба, но душа человека чиста, как высокое летнее небо, и, быть может, как риза Христа.